ансамбль «Рожечников». Рожки – такой достаточно странный музыкальный инструмент. В руках непрофессионала он издает чудовищные звуки, но в руках профессионального музыканта, а профессиональный музыкант – тот, который потратил много-много часов на то, чтобы… Такой часов, дней, суток, то, чтобы освоить этот замечательный инструмент. Вот, и к нам приехали сегодня ребята из Москвы, молодые парни, ученики великого человека, который вот уже не один десяток лет занимается популяризацией народной музыки, народных русских народных песен и инструментальной русской музыки. Значит, человека зовут Сергей Николаевич Старостин, он популяризатор как раз-таки тверского рожка. Инструмент настоящих пастухов, потому что раньше пастухи, они не пользовались мобильными телефонами, но должны были как-то коммуницировать со своими коровами. И вот они играли на этих рожках. И ребята, которые к нам сегодня приехали, их ансамбль называется «Зубцы», в честь профессиональных пастухов из Зубцовского района Тверской области. Дамы и господа, встречайте, пожалуйста, ученики Сергея Николаевича Старостина, ансамбль «Зубцы».